Нет, это автология, но трудно по-русски, иначе сказать, что мы хотим. Да. Ну, вот и предполагать, что наши многомерные функции регулярно находятся вот в том многомерном каком-то режиме. Да? Если у нас там 4 ментальных вектора, то какие-то, ну, мы поговорили в первой части, что вот у нас есть некая векторная конструкция, присущая человеку, но в какие-то моменты времени мы можем сказать, что там даже по первой функции, да, что человек вот в этой ситуации, в это время, в этот момент, он работает в основном по вектору личного опыта. Ну, там, если это сенсорик, то он, конечно, не задумывается о том, там, мыть руки перед едой или не мыть руки перед едой, там, или если это эти, кто не задумывается, здороваться, не здороваться, он знает, что надо здороваться, и он здоровается тогда, когда он встречается с полным человека. То есть вот эти все многочисленные опытом наработанные реакции, в которых мы даже не задумываемся. Мы так делаем, мы всегда так делали, мы продолжаем так делать, потому что такого рода действия результативны. Вот эти режимы можно назвать шаблонами или стандартами. И когда мы понимаем, что человеку вот в этой ситуации не нужно ничего, кроме как проявить свои шаблонные навыки, мы можем сказать, что и его функция, она работает в основном за счет вот этого вектора личного опыта. Это очень полезно, когда речь идет о тестировании. То есть, ну, в определенном смысле бесполезно пытаться определить меркость функции, ставя человеку шаблонные, стандартные задачи. А взрослый, социализированный, обученный человек, он имеет достаточно опыта для того, чтобы реагировать на стандартные вопросы, стандартные задачи. Он не промахивается на двери, он всегда здоровается, когда заходит в помещение, он там знает, как подойти к компьютеру, включить его. То есть это такого рода задачи, они не требуют ничего, кроме опыта, который складывается у нас по соответствующим аспектам в векторе личного опыта. Зато, когда у нас ситуация нормативная, какая бы у нас ни была функция, у нас скорее всего, мы не будем запускать более сложные вектора, если у нас ситуация нормативная. Если мы идем сдавать экзамен, то нам ничего, кроме усвоенных норм, даже если это экзамен по математике, нам ничего, кроме усвоенных норм по математике, для того, чтобы его благополучно сдать, не нужно. От нас не требуется ничего экстраординарного. И если вот ситуации реакции по вектору личного опыта, мы можем сказать, что вообще нам не требуется времени на обдумывание. То есть это шаблоны. То в ситуации реакции по вектору нормы мы можем сказать, что время на обдумывание у нас будет существенно меньше, чем время на выполнение этого действия. Ну, грубо говоря, понять условия задачи и решить ее на экзамене. Ну, чтобы понять условия задачи, нам нужно меньше времени. Или там, чтобы Д'Артаньяну бросить вызов на дуэль, ему нужно было меньше времени, чем, собственно, длится вся дуэль там, и так далее. И поэтому вот эти вот нормативные, стандартные ситуации, когда человек отвечает на экзамены, или это касается прохождения интервью. Можно назвать это так, применить условный ритм. Мне не очень нравятся социальные инстинкты, потому что условные рефлексы, да, то есть это реакции, выработанные в ответ на стереотипность такой реакции. И если человек приходит, например, приходит
проходит интервью, приведенный на работу. Нормативность ситуации подтверждается тем, что существуют люди, которые готовят других людей к прохождению подобных ситуаций. Ну, сейчас там существуют люди, которые готовят отвечать на тест, существуют люди, которые готовят прохождение экзамена. Точно так сейчас существуют люди, которые готовят проходить собеседование. И они объясняют, что если вас там спрашивают о ваших недостатках, то вы должны там ответить то-то, то-то и то-то, и вовсе не обязательно рассказывать о том, что вы там, не знаю, ненавидите соседскую собаку. Есть целая группа социально одобряемых шаблонов, которыми вы вполне спокойно можете воспользоваться для того, чтобы быть успешным в нормативной ситуации. Нормативность ситуации – время думывания, оно… Ну, можно сказать, что оно меньше, чем время реакции. То есть на то, чтобы рассказать, на то, чтобы ответить, у вас будет больше времени, чем на то, чтобы понять, какой смог оперировать эту ситуацию. Когда у нас нечто более сложное, выходящее за пределы нормы, то есть когда нам нужно… Когда мы можем заподозрить, что у нас включается вектор ситуации? Когда, ну, опять же, некая тавтология, когда та ситуация, в которую мы попали, явно нам показывает, что мы не можем в полной мере воспользоваться опытом, то есть мы никогда не были в такой ситуации. И нам на этот счет имеющихся норм нам не хватает. Нас не проинструктировали, что нужно делать. И, конечно, вот тут вот более и более включается вектор ситуации. А при тестировании мы можем обнаружить, вот включился этот вектор, действительно ли человек понял ситуацию, тот вопрос, который задали, эту ситуацию, в которой его понесли, действительно ли он ее воспринял как новую, и вот тут на месте он производит комбинирование известных ему приемов, методов или даже выдумывание новых, или он пытается отнести эту ситуацию к одной шаблону. Вот когда мы видим, вот этот пример был, когда трудно было отличить идеолога от предпринимателя, да, Гамли, там Джека. То есть до сих пор, пока ситуация по деловой логике не требовала ничего сверхожего, Голуби вполне с этим справлялся, вполне справлялся с ситуацией. То есть он демонстрировал накопленные навыки, результаты пройденных тренингов, результаты опыта своего как предпринимателя. Но как только ситуация сколько-нибудь видоизменяла, то есть обнаружилось, что ему нечем ее решать. Вот этот вектор, он у него не включается, потому что у него у этого типа, у него деловая логика стоит на третьем месте, а значит там всего два вектора, ситуации там нет. И в новой ситуации, как выражался его начальник, он попрыгнул. Он может, он не тянет, он не справляется. Сколько-нибудь творческое задание он не решает. Что получается с вот этим вот, если мы опять же в терминах времени, мы должны сказать, что в ситуативном случае, в ситуации, у нас обдумывание, оно идет одновременно, параллельно с действием. Зачастую человек делает, в процессе своего действия он продолжает решать эту ситуацию, продолжает искать новые методы, продолжает искать новые способы. Особенно хорошо, легко заметить, когда у нас, например, задача касается какого-то рационального аспекта, например, структурная логика. Для примера возьмем Жукова или Дон Кихота с структурной логикой, которая стоит на втором месте. И мы можем видеть, если мы понаблюдаем, как они решают задачу,
мы можем видеть, что построение логического обоснования у них идет в цепи решения. То есть все время, пока они строят, пока они добиваются решения, они продолжают думать и искать новое. Этот процесс не останавливается, он не сходится к какой-то ситуации нормы. А, это вот такая норма, я беру вот этот алгоритм, это известно. Нет, когда у нас в случае ситуации человек создает новое решение в процессе самого решения. И да, маленький, почти один критический пример, если бы это не было правдой. Вот представьте себе максимовская система, партийная, да, КПСС. И они нас стали проводить совещание с участием там, первый секретарь, второй секретарь обкома, горкома, райкома и заведующий отделом. И цепковские сотрудники, которые обслуживали, они растеряют, потому что, ну, скажем, во время совещания всем подавали одинаковую там воду, чай и прочее. Но это же безобразие, система иерархическая. Значит, каким образом выпить оттуда первых секретарей, от вторых секретарей, да и тем более от заведующего, а то не понимаешь, все на равных сидят и пьют чай. Непорядок. И придумали. Значит, первым секретарям две салфетки, а вторым секретарям одну салфетку, бумажную, заведующим отделом ни одной салфетки, с чаем. Творчество, насколько они проявить по сенсорике в этой ситуации. Потому что у вектора норму не укладывалось, и вектор вот это тоже. Ситуация была новая. Это вот такой маленький анекдот, вот я просто видел фильм документальный, анекдоты о партийной жизни, да? То есть, как только мы видим, что человек у нас реагирует на ситуацию, он к ней подстраивается, он меняет свое поведение по ходу изменений. Этики тоже можно это увидеть, например, когда лирик или художник, да, по функции этих, когда, ну, особенно это, как-то чаще это проявляют девушки, лирики в школьные годы, или в годы учебы, когда идет явная попытка манипулировать эмоции. Там, слезами, расстройством, явная попытка надавить на жалость, на сочувствие. И очень интересно, когда там, получить 4, а не 3. Очень интересно, когда преподаватель на это явно не ведется, ну, вот он явно отказывается. Это поведение, ну, быстро это изменяется, то есть человек не зацикливается. Ну хорошо, так и получилось, в памяти, я попробую поулыбаться. То есть, да, а причем это происходит без остановки, без паузы, это очень плавно происходит. То же самое, например, у нас и этики... То есть, как указывалось так, то постоянно там как бы особенно, впрочем, и кексы тоже этим, вот это. Итак, против кого мы сегодня дружим? Это такое гибкое, постоянное такое пробование отношений, взаимодействий, взаимоотношений. И в то же время это хорошее слово манипулирование, оно, конечно, в общем потребительном смысле имеет такой негативный оттенок, но когда речь идет об этической манипуляции вот этих вот двух типов, то надо понимать, что они же манипулируют зачастую и в общественных интересах тоже, не только в своих. Но эта манипуляция, она напрямую связана с ситуативностью. Ситуация меняется, и поведение должно меняться. Да. Вот. И если мы
испытуемого ставим в такую ситуацию, задаем ему такие вопросы, которые его явно выводят из сферы норм и опыта, и он нам показывает, что да, он готов придумать новую, новое логическое обоснование, он готов там по-новому как-то что-то куда-то переставить, передвинуться, сочетать несочетаемое прежде, я имею в виду творческих сенсориков. Он готов творчески проявить эмоции или там, точно или творчески рассчитать свое время. Как только мы видим, что он способен ко всему вот этому нестандартному проявлению, мы сразу можем сказать, что эта функция у него более нервная, чем два. То есть эта функция у него двух, трех или четырех мер. Маленький пример. Время от времени я задаю вопрос, когда думаю, вот есть мнение логика рейтинг, просто спрашиваю, а вы меня считать умеете? Да. А трехзначные числа сложить в супермаркете? Ну да, конечно. А вот сложите 335 плюс 473. Вот у логики это получается гораздо быстрее. Самое главное здесь по утверждению, что да, я могу, а таки да, дождаться, когда человек начнет в уме вот это... Самореакция, как он это делает, как он быстро это делает, да, и прочее. Вот, пожалуйста, вы сразу увидите, для логика сложить трехзначное число, довольно несложная операция, а вот для этика, требует определенных усилий, а многие долго это делают. Да, некоторые этики даже уберутся. Я вообще не возьму. Что, все сложили? Нет, я не возьмусь. Если мы обнаруживаем, что вот мы построили, нам удалось вывести человека в нашем взаимодействии, что мы обнаружили, что